Ни для кого не секрет, что транспорт ведьмы – это метла. Почему именно метла – это вопрос другой. Об этом я рассказывать не буду, но для самообразования рекомендую вам это загуглить самостоятельно. Так вот, у вас есть метла? Скорее всего, нет. В лучшем случае – веник. Но веник – это уже не актуально. В этом видео мы поговорим сразу о двух альтернативных средствах передвижения для современной ведьмы. Привет, с вами Артем, и сейчас я познакомлю вас с двумя беспроводными пылесосами от Electrolux, а именно моделями ZB5024G и ZB3214G. Оба девайса имеют обтекаемые формы, наверняка для того, чтобы уменьшить сопротивление воздуха при полете, ведь аэродинамика – весьма важная вещь. Выглядят они, ну, очень круто, и на фоне ночного неба будут выглядеть суперски. Да и будучи припаркованными где-нибудь дома, подозрений у инквизиции не вызовут. За ручку удобно держаться как для классического использования в роли пылесоса, так и во время полета. Утолщение, в котором спрятался пылесборник и двигатель, небольшое, но сидеть на нем вполне комфортно. Ремней безопасности и парашюта на экстренный случай, увы, не предусмотрено. Оба средства передвижения легкие. 3 кг 140 г веса у модели 3214 и 3 кг 670 г у модели 5024. Функция Brush Roll Clean позволяет не лазить ручками к щетке, выдергивая намотавшиеся рыжие волосы, а нажать на педальку, и щетка сама волшебным образом очищается. Обе модели примечательны тем, что на них можно без проблем передвигаться в ночное время суток. Тут помогут диодные противотуманные фары Dust Spotter. Фича Easy Steer обеспечивает высокую маневренность как при полете, так и при уборке. Времени обоим девайсам на полную заправку, то есть зарядку, требуется 3,5 часа. После этого пылесос может автономно лететь, то есть работать, до 35 минут, чего достаточно для полета из Киева в Одессу, ну или на полную уборку квартиры. Пылесос Ultra Power может лететь до 60 минут, этого может хватить даже до Турции. О необходимости дозаправки подскажет специальный индикатор. Особенность модели Ergo Rapida, которая 3214, заключается в съемном учебном полетном модуле для самых маленьких. Ну а если кто спросит, то можно сказать, что это съемный ручной блок для уборки салона автомобиля или на полках, клавиатуре, ну или еще где. Объем пылесборника или концентратора волшебства составляет 0,5 литра. Особенность модели Ultra Power, которая 5024, кроется в повышенной мощности. То есть пылесос вполне можно назвать гоночным. Наверное, такая дисциплина существует. У него объем концентратора волшебства 0,8 литра. У меня навык ведьмы не прокачан, поэтому взлететь, увы, не получилось. Ну или грузоподъемности у девайсов не хватило. Но вот со второй своей задачей, то есть с уборкой, пылесосы справились на ура. И для приобретения одного из них этого, как по мне, вполне достаточно. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!